ребят, сегодня 6 октября. Как вы видите, на пляже Маримонта уже почти заканчивается пляжный сезон. Вот, смотрите, мы до сих пор платим за вход, но водоросли уже не убирают. Лежаков стало в 10 раз меньше. Матрасы вообще убрали. Пляжное кафе не готовит еду. Но там можно купить чай, кофе, напитки и мороженое. Вода чистейшая, но скорее это зависит от погодных условий, нежели от месяца. Как вы видите, людей почти нет. Конечно, очень сказался карантин и коронавирус. У нас нет туристов. Поэтому 10 человек на пляже. Хотя, в принципе, загорать и купаться можно до конца октября, даже до начала ноября.